Специалисты Западносибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендуют жителям Бердска набраться терпения, поскольку уверенное весеннее тепло придет в регион не раньше середины апреля. Согласно многолетним метеорологическим наблюдениям сибирских синоптиков, теплый апрель в нашем регионе – большая редкость. Нынешний же вообще решил занять нишу холодных. Исходя из данных долгосрочного прогноза погоды в Новосибирской области на апрель 2023 года, в первой половине апреля температурный фон будет колебаться в пределах от минус 5 градусов до плюс 10. Устойчивого плюсового температурного фона по расчетам метеоэкспертов – Раньше второй половины месяца ждать не стоит. Тогда воздух прогреется и станут пробиваться первые цветы. Крокусы, мать и мачеха, ветреница лесная. Этим цветам не хватает солнечного тепла из-за постоянных температурных качелей. Однако уже сейчас горожане заметили желтые подснежники, которые распустились из-под тающего снега. Несколько бутонов с ярко-желтыми цветами проклюнулись из-под земли, когда вокруг еще не начала расти трава. Ранние растения, устойчивые к холоду, вполне могут оказаться желтым подснежником, или как еще их называют эрантисом.